Аким области Нурлан Ногаев посетил площадь Исатай Махамбет, которая проходит реконструкцию. Сейчас подрядная организация переливает бетон. Дренажная система заменена полностью, установлен поливочный водопровод. Подготовлены площадки для новых фонтанов. Все зеленые насаждения с площади были пересажены на территорию поселка Талгайран. В соответствии с проектно-сметной документацией на отведенной территории устанавливаются две объемные архитектурные композиции. Большие и малые фонтаны и бассейн. Планируется, что главным украшением площади станет композиция в виде мраморной дамбры с бассейном со встроенным пенным фонтаном. Также аким ознакомился с работами по строительству флагштока. 91-метровый флагшток будет установлен на новой площади на пересечении улиц Кулманова и Джангельдина. Площадь основания флагштока составит 57 квадратных метров. Государственный флаг будет находиться на высоте в 91 метр и будет ясно виден из любой точки областного центра.